Сайдж Все. тут? Сайдж. Не, он отошел. Привет, привет. Здорово. Здорово. Сможешь ЛС чекнуть в Дискорде? Я говорю, он отошел. Я тебе говорю. А, ну да. У тебя голос какой-то знаком. Это Бетти. Не-не, посмотреть-то не смогу, Бетти. Там недолго. Там вылез. Тут попозже гляну, я тут таблом своим торгую у трэша. О, дик-дик взял. О, два протела. Не, ну сейчас он дохнет будет. Сайдж, чекни ЛС Дискорда. Не хочу. Надо. Не хочу. Бля, ты так сладенько говоришь это. У тебя встал, что ли? Ну почти. Зашевелился. Не, ну там один протовар-то нормальный. Да и второй, в принципе, тоже. Че уж. У нас Локи есть, СС, и друлей херова гора. Мы его откачаем. То есть умереть спокойно не получится, да? Нет, конечно. Брюс, ну не пошло воевать. Надо воевать. А вот пал у нас... А, нет, два пала, нормально. Бля, в Германии медицина дорогая. Боюсь, не хватит денег, бля. А мы да, Луни можешь взять, он пришел. Опоздал, он просился. Я просто не искал никого кикать. Ну он с работы бежал. Ну вот, теперь у нас на Твиче будет плохая репутация. Че, он ДБМ не поставил, да, короче? Не. Проигнорил все, как обычно. Ну, там другое. Я тебе, вот если ты посмотрел ЛС, ты понял. А, да? Ну я потом гляну. Можно в двух словах, чем ХМ от обычки отличается? Просто в ХМке еще не был. На гейме. Ничем. Ну, это портовар же, да? Маленький, который? Да. Короче, отличается для тебя особо ничем. Твоя задача будет босса водить. У вас три танка будет на боссе. И вы по очереди будете его танчить. Например, сейчас РЛ скажет очередность, после кого ты забираешь. То есть босс кастует в танка, который перед тобой по очереди, и ты в этот каст даешь таунт и танчишь босса. Потом он кастует... Чё? Он таунтится? Да, он таунтится. В обычке ему похуй на таунт. Ну, здесь он таунтится. Ну и все, ты таунтишь, держишь его. Твоя задача, если рядом босс в лужах, там милики в лужах, чуть-чуть отвести. И после этого, когда он кастит в тебя, отдать какой-нибудь деф. Потому что ты худенький, ты сможешь сдохнуть. Okay. И все. И вот так по кругу вы его просто танчите, и все, больше тебе ничего знать не надо. Да, то самое чувство, когда на 3-3-5 50к тебе говорят, ты худенький.
Ну, здесь худенький. Ну, я так и понял. Это кубы, да? Я забываю, что кубы. А нахер надо, так переведем. Так, второй лог, третий лог. Че, маги, где у нас маги? Два мага. Четыре. Короче, парни. Вихрь, фаер-демон, карфаген, Нейка и... Как у тебя ник-то читается? Бонита, короче. Стоп, это давай мага не будем этого ставить. Которого? Ну, Джо Бонита, он новичок. Он прям сильно новичок. Да и карфаген, я хз. Пакость, потом... ты тут? Пакость. Я пакость. Не ври. Эд, вы на кубах, пацаны. Видите, да, все свои метки? Ну, Локи там к своим меткам портал поставит, маги блинкнутся. Короче, когда кубики надо прожать, подходите, нажимаете их, держите до тех пор, пока я не скажу вам отпускать. Это важный момент. Поняли, да? Надеюсь, поняли. Да, каски на всех есть. Сейчас только нам с тобой дам каску. И еще момент. Первый, что я танчу, Сони Эриксон. Второй, амазонец танчит. Юпи Вар тогда третий танчит. Спок, ты трэш, да, пойдешь танчить, как я понял? Да, трэш пойдешь. Мне нравится. И перерожденная. Там, короче, вот с этого портала, с третьего, где я сейчас бегаю, бесы выходят. Ты первый дашь гнев небес по команде, я второй. Хорошо? Половина. Все, отлично. Смотрите, рейд, вот с этого портала гитаристы выходят, тут их танк будут собирать, мы будем их в мелизону по одному грипать, там таунтить и заливать. Вот с этого портала выходит архидемон, и их просто будет метка ставиться, вы будете эту метку заливать. В лужах не стоим. Когда на вас дебаф кидается метка Мактеридона, вы под конец времени действия дебафа прекращаете применять заклинание. Дебаф с вас спал, вы продолжаете применять заклинание. Это вся тактика. Рога. Готов, Рога? Да-да. Ну, получается, что отсчет. Я на каст поставлю. Поставь от огня, наверное. Поводи на ауру. Жить. У нас два палок. Пожалуйста, каску по товарам. Ты не дал каску, что ли? Ну, сейчас, пацаны, трэш убьем. И я вам бафну все, все, что хотите. Так, я, получается, после протовара забираю, да? Это UP-вар, да? Это UP-вар, да. Да, ты после протовара забираешь. Okay. Что там, я же с Зелета обгоню по ДПС. Нет, не обгоняю. А показывает, что обгоняешь. 17 бьет. Но у меня еще миллиметры показывает. Вот он сейчас 18, ты 16. Ну все, мобов не осталось. Потом с двумя от опять мы поговорим еще. У
не это, особо скилловые пацаны, там типа Бетти, Азерет, там Лэнни Дог, страхуйте мага, который на трусах, на прожимку. Мейка вроде не надо страховать, ну и Фаер Демона надо страхуйте, я не знаю, кто он тут. На пулы Сонерикса, знаете. Получается, Сарантис, Джо Бонита, Войд, Брюс, вы страхуете Луни, который страхует мага. Видите, да, уже дали все. Амазоне забирает. С печатями повнимательнее. Десять секунд до кубов, приготовьтесь, ребята. Скоро надо будет сделать красиво. Напоминаю, что отпускать без команды нельзя. Они активны, прожали, держим. Ну, луна, нажми, отпустили. Бесов собираем. Никто не бьет бесов, все боссы играют. Все, веду. Нет, еще. Вот сейчас, наверное, последний. Все, последний. Трэш сыграли, рейд. Трэш сыграли быстренько весь рейд. Всем рейдом навалились. По команде пал. Не раньше только. Давай, пал попу. Все, перебили. Мы как-то так их заливаем, что они даже не успевают. Пока по боссу играем. У нас через 15 секунд кубы, готовьтесь, рейд. На кубы встали. Стоим на кубах. Я босса в центр сейчас выведу. Приготовились. И ждем. Без команды не отпускать. Нажали, ждем. Нажали, нажали. Отпустили. Окс, Азерет, уйдите отсюда. По боссу играем, по боссу играем. Они сейчас перестанут появляться. О, беги. Все, идите за звездочку, весь рейд встаньте. Я дам сейчас вам сейф. Вот, нажал я вам сейф. Ты проводишь их до конца? Ну да. Все, тогда это. Войд, не проеби Алагеза там. А мы просто тут подкачиваем. Получается, Войд страховал сейчас этого, ну, мага, потому что у Войда баф, а у мага нету бафа, я понял. Лужу. Да, вот мы пытаемся это сделать. Забери, пожалуйста, амазонскую жизнь, добро. Когда обнули мага и отдадим Войду. Это отойдите отсюда от стражи, парни, они убьют вас. А там танк стоит. Нет, я в смысле, там просто это мейка стоит, я очкую. Мне вводить мало места. Я думал, смотрит или нет, хуй его знает. В общем, не дропни мейка. Этот Юпи, ты чё? Забрали. Сори. Подведи обратно к этому, к воротам, пропал. Поблик, да, ну, подведи маленечко. Но... Слышал, как он сори говорил, он жрет там сидит.
Не смейся надо мной. Какой для танков кап мастерства, кстати? 26. 26? Не там 39 или 56, там кто-то говорит. 56. Тебе нужна помощь, знал или кто сказал правильный ответ? Ну, мне кажется, там 56 это правильный ответ, потому что, блядь, боссы парируют. 27. Ты победил, 56. Окей. Что забрать? Где мой приз? Ну, приз у тебя не будет прихаса. Вы там как доролите, но не торопитесь. Может трэш убить. Или может просто из инфа выйти, да? Ролим, да? Пока, да. А какой должен быть кап хосты у демона? Кто-нибудь знает? Счет капа хосты. Ну, явно больше 1400, наверное, даже. Просто у меня 1530, и мне мало. Это, гильдия просрала, куда вы там ставки делаете? Да это кап хосты, блядь, они пишут. А-а-а. Все равно это мало, 1200, как такой. Собери две. 1500. У меня 1530, и мне мало. Реально мало. Ну, хуй знает. А чё, квартал не будет? Блять, только обрадовался. 93. Карфаген, поставь портал, чё ты? Да не дала ра. Хатра. Пока радовался печеньке, потерял сумку с этими самоцветами. Я посмотрел видос об этом, боже, поржал. Это есть разряд же, да, такой, типа, когда ловят по горячим следам типов, которые там и там, ну,
ограбили кого-то или запинали, и сами это сняли на видео, сами выложили со своими рожами, и их тут же по этому видосу и взяли. Ну, типа, есть же такая рубрика, прям, ну, который дауны, ну прям дауны, ничего другого не скажешь. А где можно посмотреть на них? Ну, это платный контент, это у Бетти проси. Интересно. Ой. Ну, типа, вообще как это, как гильдия обидная, конечно, но что поделать. Вообще похуй мой, просто он бот, который нихуя не понимает, что ему говорят. Это просто кошмар. Ну хотя ладно, не обидно, это же. Ну это просто, я не знаю, это глупо. Компьютер средний, блядь, нахуй, попал в гильдию нечаянно. Да, нихуя корка. Брюс, ты на чем летишь-то, это летишь-то? Я на крыльях ночи, ебать. Думаю, что там за хуйня летит? Ноги торчат какие-то на крылья, башни. Слышишь, Спок? Спок, ты здесь? Да, здесь. Мне Бетти сейчас тоже скинул в личку. Он, оказывается, до этого, он тебя дебилом ебаным назвал же еще за ЦЛК-25, что ты его кикнул. А, ну, да это ладно. Ну ты дебил. Бля, я чё, меня аж приорал с этой хуйни. Я, кстати, видел этот мув, это вообще потрясающе. Он, короче, стоит с меткой. Он прям стоит с меткой и говорит, она только на меня кинулась и сразу заморозила. Я прям реплей посмотрел. И прям видно, как он стоит с меткой, долбит другую метку, короче. Ну, у него аж ДБМа нету, очевидно, он не видит эту метку, потому что он там слепой. Без ДБМа же видно ее. И морозит весь рейд. Там, я такой, я не знаю, нормальный. Слышно, нет, или я вафлил. Ну, я не, точно не скажу, уже давно это было. Это анонсил вообще хоть кто-то ему? По-любому же кто-то анонсил. Ему кричал кто-то. Ну, он же кричал, выйди метка, выйди. Но он ник не сказал, но он сказал, выйди метка. Ясно. Вот сейчас обидно вообще. То есть он с метки не вышел, а дебил тупой я. Ну ебаный, ладно. Ебаный дебил. Да. Видишь, спокойный дебил для начала. Че, я в танке, да? Здесь? А, нет, есть же. Че, у нас есть профтанки. А че мое пришлось зерет? Здесь стоять миликом надо. Но... А, ты про это? Это надо будет поотслеживать. Эй, пацаны, я больше сейчас вас убираю. Вы что, смотрите его канал? Серьезно? А за ним, прикинь, следят же, нахуй. Вон Бетти же отслеживает. Я чисто случайно зашел просто посмотреть, что за хуйня. Да там, ладно, ты на него подписан, тебя. Там донаты надо не чекать. Блядь, не пали, заебал. А у меня денег нет, иди нахуй. А, он в КГ, кстати. Мне интересно, его кикнули, что он сказал, нахуй? Ссылку дайте. Пойдем трэш попинаем, что ли? Бля, меня бесит то, что на Твиче отмотать нельзя. Можно. У меня что-то не отматывает на его Твиче. Но я такой хуйни не ожидал, я думал, он безобидный, нахуй. А он чирыца ебаная. Дай ссылку на его твич. Привет. Сейчас, это что мне Бетти скинул, я тебе скину. Да просто Джукс 33 види, и все. Да? Подпишусь. Пацан чисто контента сделал. Меня кикнули, дебил этот ебаный. Бля, пиздец смешно.
А минутка лирики, это он сам подписал, что ли? Это я. Бля, ебать, подходит нахуй. Да, вы прикиньте, а он еще 1600 на волю ставил, забирая ее у Бетти. А Бетти чешку забрал сейчас. Не, ну, ГЦ. Ну, да. Так что, Луни герой получается? Получается? Да, а мы все сели. Слушайте, Юпивар, ты держишь квадратик в квадратике. Видишь, вон там слева квадратик. Окей. Самого жирного тебе. Малгара? Все, а, который амазонец, Вар, ты держишь печеньку в печеньке. Понял, да? Я Олма возьму, Спок двоих возьмет. У меня Аурона так, все есть. А, что у нас, три сейва, да, есть? Один ИМА, один мой и один этот. Продала. Сейвы по команде сейчас дадим. Что там нам бафнуться же надо, да? Маленечко. Так, а у меня ДБМ будет на этом боссе работать или нет? Или я опять должен тот кротик слепой? Он тут не нужен. Но он мне нужен, я хочу. Кто активен же, он же показывает ДБМ сразу. Удобно. Я вам так расскажу, Боря. Он мне нужен, чтобы он ДКП давал сам, чтобы не я это делал. Тогда это важно. Это очень важно. Сейчас Дон ДКП не даст нам хер, кто ДКП даст? Да, именно. Блин, ты видел? 72,5 косаря. Какое жирное. Как мысли мои лапища. А толку-то? В смысле, я это попутал, выдал я жесткий. Тебе меня... булку распинает грул даже. Сейчас меня еще апнут, у меня будет 150 этих стам еще от стаков копиться, я стану еще жирнее. Я вроде всех бафнул, еще один чек, и будем пытаться начинать. А, я хотел посмотреть Рахинрар, ты в хиле? Рахинрар, спекнись, пожалуйста, в хила на этого босса. Покушай, он рыбка сзади стоит. А, да это, Азерет, я, короче, завуфлил этот сожжение, короче, на погибель. Чё, погодите, я вылетел. Это темная магия. А у нас не было приста, не было типа саппорта, и типа у меня все на fire resist. Я затупил, короче. Понял. Он меня просто сдувал тьмой. Я потом сидел, думал, там перечитал и все вспомнил. И, короче, вафля. Ну, пауза была. Ауру тыкнуть. Че? Пауза должен был быть. Ауру тыкнуть. Не, да пал-то да, и пала я попросил ауру на огонь. Ну потому что типа лужа огонь, типа она там огонь раздает в ауе там и так далее, там везде огонь. А то, что само сожжение, это основная магия дамажащая там тьма, а не огонь. Типа огонь там на пол шишечки. И я забыл совсем. Ну типа я столько раз на нее ходил и всегда как-то уже в последнее время в Овергирии насрать было и все. Самое обидное, что я зашел на паладина, протопала, который выше по этому левелу на 5, чем мишкам. То есть там 258 протопал, я зашел им, и опять же без резиста на тьмы просто оттанчил молча. Молча на протопале. Вообще, типа, забив. А мишку ложила на втором дыхании. Ну, типа... мишка всегда был уязвим к магическому урону. А, да я бафля, не. Там саппорт плюс... Дебил ебаный, точнее. Я же этот драктир. Вот вы быдло. Драктир и этот же. У меня же чарка на этих, на навычах. Саппорт это дохера. Только не на то, я намазал. Бля, ты думаешь, здесь у драктиров эта хуйня работает? Конечно. Я же для его для этого только это. Я даже себе это... Я понимаю, да, то, что для этого. Ну, блядь, это Сирус просто, а не официал. Не, работает, работает. Это же перетещено. Все в саппорт на Сирусе работает хорошо. Ну, саппорт, да, расовый твой вот эта вот хуйня от магии. Да, цифры работают. Ну, цифры же меняются. Типа, цифры не будут. Ну, я был драктиром, да, с броней хуйня прокатывает. Каменная вот эта вот. Ну, вот, все работает. Типа, я на X2 еще вот, когда Иридаром стал, там ударился в саппорт, вообще четко было. Рахинрар! Ау, ты тут? Я переподключиться не могу. Потрясающе. Ждем-с.
вкратце. Где-то что тоже... тебе пишет Рахенрар? Игра. Нет, я сам к Wi-Fi подключиться не могу сейчас. Вот кинь телефон, да погнали. А Wi-Fi ты чей? Соседский, что ли? Там. Не, через телефон раздаю. Нихуя. Сейчас бы тебя отсою, блядь. Где-то мои мемы, блин. Блядь, не понимаю. Дискорд у нас. Как это в Дискорде? Можно посмотреть? Кого ж? Этот, блядь, нашего Дискорда парень ссылку новенький просит. Где ее, блядь, выставить тут настолько? У меня-то есть нормальный интернет, но у меня он дорогой. Вот у тебя нормальный, а у нас такого Сибири-то. Что будет-то? Медведь, да. Я сам Сибири. Подсос? У меня минус 50 с хуем на улице. Не кинди, уже меньше. Ну, уже меньше, да. Минус 46 сегодня. Вот, уже теплее намного. Я, блядь, на балкон в трусах курить. Одни носки можно снимать. Брюс, ты что, в Чуме живешь, наверное? Нет, Республика Социалистическая. В Чуме, говоришь. На оленях ездит, ты что, милый? Тут когда... В начале января что-то минус 72 было за городом где-то, в деревне какой-то. Ебать, ты где так живешь? Якутск. Как... В самом Якутске? Да, в центре города живу. В поле живет он, в Чуме. Сейчас я захожу. А, да? Да, я уже наменуюсь. Я застал потолок минус 60. Не, я говорю, это не в самом городе было, а где-то этот... За городом, в деревне какой-то, минус 72 уебало. Ну там Омикон, там... Омикон, скорее всего, самая холодная точка же. Ну. Я через телефон раздаю, потому что на работе играю. Омикон это так чисто за городом. Да, ну, недалеко ебать, на 10 минут на велосипеде, да. Блядь. Если не замерзнешь. Не, ну если активно крутить педали, то не замерзнешь. Так тут же это, ты типа крутишь педали быстрее, ты согреваешься, едешь быстрее, ты от ветра замерзаешь. Опа! Ебать, битва. Это как это, типа, больше сыра, больше дырок, да, типа? Блять, у меня в голове хуйня другая только. Больше пацанов, больше дырок. Ребята, давайте стартанем, я не хочу еще одну фляжку за 500 покупать. Да мы ждали. Думаешь, мы АФК просто так стоим, что ли? Потому что попиздеть. Да, я понимаю. Да ты готов? Отлично. Все, Рахенрар, я думаю, тоже готов. Тебе больше не понадобится фласка, танк, не парься. Надо с чарджа врываться в арк, танк, всегда. Подойди к нему сейчас поближе, подойди поближе. А, все, четко. Крош активен, РДД, домашний крош. Милики АФК. С живой бомбой вихрь, ланиток. Юпивар, а, вихрь и переверджан. Сорвало гроб, пизда рейд, да, походу? Подняли рейд, сможете поднять рейд? Ланиток, Рахенрар, батл рез. Огромный ноль у нас? Или что? Дайте на пулу. Почему у нас ставку на пулу? Нет, там еще, конечно, летели с входу уже. А, у нас же не... А, бейте у нас только. Ну не срывайте агро, значит, тормозните. Тенгери, тормозни урон. Фаер демон, тормозни, блять, Мейка. Тормозните просто нахуй урон, значит, и все. Вы сложно, что ли, пацаны? Он не док отжил. Какой у меня ДПС-то? Я всего 258. Я Омен смотрю, а не ДПС. Я там сейф, оверхил рейда. Быстрее, оверхилите рейд. Почему? Почему вы не хилите рейд? Он начинает хилить еще. Беру дали, волма играем. Волма играем. Я собаку возможности заберу сейчас. Проклятие сейчас диспель все время. Ху я с вас собак заберу. Вы же их долбите, блять, как мы в себя. Ты забери лиман. Репивара уверхи. Поднимите. Диспельте, проклятие. На хилов меньше нагрузки, дайте дамагеры по диспелу больше. Злы пускай похилят, пожалуйста. О, люди. Чё у нас там?
Оджик, ой, вы успели, какой Оджик, Виктор, не забудь повесить эту хуйню на босса. Уже можешь вешать, прям сейчас закрываться, он уже закрылся. ФК, стойте, ждите. Слепоглазы такие. Слепоглазы. Алагеза оверхил. Я там, походу, залосался. Там это, если что, милики. Брюс, ты можешь бить слепоглаза? Тебе можно. Кто там еще жесткий? Оджик тоже может. Все, у кого ДПС выше 15 косарей в милизоне, можете бить слепоглаза. Ребят, я синий джаг и олму бью хилы, если что, можете это. Свободное от работы время на олме ману по регене. Это ДЦ дай зубы по алагезу сейчас. Алма добейте побыстренько. Мейка прохилить. Сейчас я заберу, вспомню. Пока стоим просто. На короля джагу повесил, хилы можете ману порегенить, фокус побить. Автоатакой побить короля, ману порегенить. И что там? Сарантис, залезь самбику, наверное, ДЦшке нашему ману. Рахенрар себя заправил. Ну и все там. Ну, Квинни залей, войду он ману, пускай будет, откатывается. Сарантис, блядь. У тебя нестандартный стоящий. Йо. Азерет, залей еще самбику. И наш слепоглаз активен, слепоглаз. Поставь Оксшам, наверное, тут я нормально. ШП, что прожми гейм на ман, пожалуйста. Ну, все, нормально. Вам хватит до конца. АФК стоим, ждем. Ну, это всех, кроме хилов, касается, и танков. Видел, как я молитву чаржем сбивал по КД? Мне кажется, ты лютый, ты просто лютый спок. Только джуз так не считает. По-моему, это ДКП вообще. Ну, что поделать, я не смог его заслужить расположение. Там я цепуху какую-то вижу в Киглера, нахуя? От кого она летит? Киглера, ну, этого. У нас один шаман только. Ну, где-то их три, может, хилы там что-то веселятся, хуй его знает. Подстава. Ок, ну все, теперь надо менять тебе заметку. Что на заметку? Заметку менять тебе надо в гильдии. Ну да. Вот писал бы, кто еще мне заметку поменяет, чтоб я сразу кого-то гитлал. Не, ну это обидно просто, как бы, поэтому ты лучше сам поменяй себе. Сейчас закрываться будет, оверхиль тирается. Это не сбивается, да? Не, не сбивается. Хорош. Живая бомба, выйдите. Сирет, Харга. Фердемон. Тангери. Я и так в стороне стою. Fire Demon. Зирет. Я палка села не дал.
Карфаген, блядь, Рахимрар. Нажми рейд сейф, оверхил рейда, рейд сейф ар нажми. Сейчас, сорян. Мне хп не видел просто. Пиздец, взяли вот ТТГ, нам обломали, я ебал вообще этот сервер просто, как он калит там. А чё с ТТГ? Ну я не успеваю в ТТГ. Я же на работу сейчас поеду. А-а-а. Я же четверг-пятница, 3 часа максимум поиграть. А-а-а. Понял, ага. Не, мы сейчас по-любому, РТ кончится, мы стартанем там куда-нибудь. По фану. Да, буря скоро приедет. Ну да. Ну, скоро. Через час. Час. А тебе куда надо? Давай кару ХМ на фул играть, как хотели. Как обычно. Ну да. Блин, пока пиздец умер, блядь. Не делись. Бедла. Давай, давай, ФКшат. Кас, куда вам сейчас нахуй? Хей, блядь, еще Салю следом. Давай, поехали. Лучше корону кинем, он любит это. Да? На, держи, блядь. Да. Во, хуй вам, я снял сразу. Этот твар, он, блядь, с макросами, он знает. Да, он просто со мной играет. Он же меня в ГМ-обычке похоронил. Я тебя вообще-то засейвил. Рогой ты меня похоронил. А, ну рогой-то, да. А, ты груля в него напулил, что ли? Он второй был? Ну, я как бы ему ДПС на 15% увеличил. Я не напуливал. Он вышел в одну позицию, он повернулся и его бахнул, да? Ну да. Нормально. Погоди, не бежите. А это. Разроляем. Ну то еще, не дай бог, там затронет. Опа, соточка, нахуй. Я бы типа перепрыгнул, нахуй. Амазонец и Брюс. Амазонец и Брюс, рерол кидайте. На нахуй. Хорош, блядь. Вот это мужчина просто. Бля, я это все, жена, квартиру продаем нахуй. В казино хуярим, да? Там Квин Муноджи, в принципе, да, английский. Там гильду просто идет. Все, все собираем, трэш, идем, нет, пацаны. Да, погнали. Мне все лук не надо, можете идти. Я ролю просто. Это что за колотушка такая? Может я ее поролю? А, там палу надо. Мак, это... Заберите, заберите! Не на тебя. Соберите, а убивает. А. Поехали! А
Это гильдейский разрол ваш, да? Угу. Присоедините нас, ребята, быстрее. Ребята, мне нужно одну минуту АФК. Срочно. Сорок. У меня есть время пока. Зерет, там двушка от хребана уже есть. Быстрее, давайте. Вот пока еще отчет идет, вы можете успевать перебивать, если вдруг не думаете. Отчет закончился, все нормально. Зерет забирать. Вторая печать тоже. Рыбка стоит, кушайте, ребята, рыбка. Там вот карпаген. Карпаген, встаньте, сделаем, мы тебя суманем. Вот же, ставь максимум. Мне АПК у вас хрема нужны. Пока отчет идет, еще можете успеть. Подошел. Я маленький, возле рыбки такой стою, неприметный. Ага. Сексуальный чё? Дров. Еее, каски даю. Что, так же? Под мордой стоим? Да, все верно, ребята. Смотрите, расскажу вам кое-что. Значит, у нас третья группа. Четвертая. Так, блядь, Спок. Спок, ты руки, да? Амазон Сюпивар, у вас есть ДДшка у кого-нибудь? У меня нет. Напишите или скажите погромче, кто там. Пурик есть. Пурик есть. Амазонец ты, да? Да. Спекайся, Амазонец Пурика тогда. Юпивар, ЛГС, вы закрываете ручки сзади. Спок, поставь там метки себе, где надо, с пацанами. С Юпиваром. Так, получается, что у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Восемь, нахуй. Еще двоих, троих еще надо на подстраховку. Девять, десять. Сарантиса сосу. Ну да, Сарантис. Короче, Окшам, Войд и Сарантис, пацаны, вы в звездочке. Услышали? Сарантис услышал меня? Все, отлично. Я думал, вы только Окшам меня услышали. Третья, четвертая группа, все, кроме Юпивара и Лагеза, ребятки, вы все стоите в звезде. Поняли, да, меня? И из звезды вы максимум, когда я босса веду в печку, максимум можете чуть-чуть за боссом продвинуться, чтобы побить его маленько. Как только я босса возвращаю ебалом в звезду, вы опять возвращаетесь ебалом в звезду. Босса вы бьете практически всегда в лицо, только, ну, то есть из звезды практически всегда. Поняли, да, меня? Я босса буду сам водить, там, вот этой хуйней все заниматься. Это очень важный момент, чтобы вы все стояли в звезде. Очень важный момент. Бейте, Юпивар, Харган, вам каски, да, наверное, не хватает сейчас, я дам вам каски. Я тут просто пока отвлекся. Как каску по шаманам. Сейчас, да. Каску, приспаску. Бейте, нет, ребята, вот это каска, себе каска, ману каска. А, мана кончилась. Вот, ребят. И еще. На пулы все в Sony Ericsson. Обязательно. Поняли, да? Этот момент. Ну, вроде бы как бы все сказал. Руки, РДД, обязательно закрывайте руки. Вихрь там на печке. Кто еще скилловый? Такой прям, чтобы прям скилловый на печке. Бейт, ты же шаришь за печку, да? Там у тебя есть такое? Да не пизди, нахуй. Не, серьезно. И смотри, там видел, с правой стороны там лужей покрывается все. Но. Вот там с вихрем закрываете руки, но когда там лужа идет, туда шарик летит, ты оттуда уходишь, там рук не будет, понял, да? А когда там лужи нету, ты там руки закрываешь, понял, да? Я за ломжу, короче, ты это. Да, печка. Да, там поп скажет, все расскажет. Там, может,
Вихрь и Кивенмун там есть, там они еще под боссом закрывают справа. Сам Биг Файр Демон готовы, пацаны? И не проебите протопала, будьте добры. И как бы плотненький, но не проебите. А что, у него порезались? Нет, у него всегда был мосток. Становись, Войт, вот сюда, вот звездочку. Кого еще, ребят, я называл, там, становитесь все звездочку. Ага, все, отлично. На пулы. Твою мать, вот я дал. До груля стал, он так, блядь, вообще охуенно. Оджи, ради бога, на кнопку. Первый, так, да? Бояная там или кого-нибудь. Ручки первые закрыли. Справа руки, Бетти. Бетти, давай, Бетти. Ты успеешь. Четко. Второй. Ровно пробуй ложно жать под эту хуйню подкаста. Не знаю, по-моему, должно помогать. Что для цены всегда щиты успевает повешать. Все, ребята, стойте тут, я пошел скидывать стаки. Ручки закрыли. На бете щиток повешать для цены ханта, чтоб он не сдох. Выживает. И на пулевой писать, пока ДД там вихрь догоняет. У него, а, у него нет раскола. Я веду обратно, ребят. Бой долгий сразу говорю, так что не засыпайте. Звездочки, стойте. Печка, Бетти, беги. Бетти, беги. Бетти, блядь, беги, говорю. Руки там за боссом, слева, справа. Там это... Данный профессионал. Второй удар. Блядь. Шамана пиздец забревает, на. Сейчас ему каплю вливу. Это ДЦ мета. Считаю только тех, кто под руками. У тебя как раз по времени проходит. Я повел, ребят, вы стойте там. Блин, не рано ли я завел? Сейчас посмотрим, где. Не, нормально. Сейчас силы. Скидыши. Печка пропала справа, чекай внимательно. И в звездочку возвращайте сюда. Ручки. Первый. Ручки слева. А, есть все. Второй. Печка, Бетти. Бетти. И третий. Руки закрываем. Стойте в метке, я повел. Ну ничего, закрывай с дебафом нормально, ты тогда выжил с ним. Я не раз его дадал. А, да? А что он деф? А, сед. Не, че, да он тебя, по-моему, ничего не дефает там. Херня там совсем. Мы тебя БР, не переживай. Печка летит. Я руки понял, закрыли, что? Вар сзади тебя, Вар, проснись. Вихрь, ебани это, чтоб душа у тебя пополам разлетелась. Ебите шаману, да, чтоб тоже это сам.
Сделал, красиво сделал. Потому что просто далеко был, сделал. Сам подошел, сделал. Ручки закрыли. Азерета. Бедный отжиг, сколько у него там парирования, босс? Да такая же хуйня, Мортов в парирование летит. Я прям вам сочувствую на этом боссе всегда. Я понял. Закрыли вар. Стой в ромбе. Ты не видишь, что у тебя за спиной, я переживаю. Не переживай, я ж не в стену смотрю. Ну ладно. Печка там летит. Боже, как будто это в заездке сидим, ты такая же, сколько тень. На соляре. Там какой-нибудь. Руки закройте, РДД. Там и народ, прости, прист, у нас друидов много, если что, там он сам бегу залейте, и народ, пацаны. У него там по мане что-то просил. Прям матрисом в этот в рейд, ой, сказать спамишь, пацаны видят, заливают. Ну не только пацаны, у нас друид девочка есть одна. А уни что ли? Нифига я набил 27 кати. Бля, бедный Джук, сейчас бы забрал кружку, блядь. Не, не забрал бы, он нахуй вылетел с гильдии. Вторую роль сразу печи. Если... Ага. Ты что, кружку хочешь, да, он роль? У нас...